Привет, интернет! Сегодня нас на канале вот так вот много, нас целых четверо. Здесь Юля, которую вы прекрасно знаете, ее молодой человек Абдул и Костя, которого вы тоже прекрасно знаете, вот как он счастлив быть на канале. Знаете, знаете. Костя, сегодня мы решили сделать вот такой вот крутой, я не знаю, как назвать, челлендж, тег. Ну, в общем, мы будем узнавать, кто из наших двух пар знает друг друга лучше. Есть 10 вопросов для мальчиков, 10 вопросов для девочек. И мы должны будем все ответить, и какая-то из наших пар должна выиграть, а какая-то проиграть. В общем, я надеюсь, что видео получится суперинтересным, поэтому мы начинаем КВН. Когда день рождения у моей сестры? Апрель 15-го. Да. 26th of April. What? It's not April. Oh, shit, no. It's after April. May. Yes. I don't know, should we count that or not? Okay, you got a point. Thank you. В каком месяце поженились мои родители? Июль. Да. Yes! I have absolutely no idea. Was it July? У нас есть фора! The city where I was born. Oh my god, it was in the north. Come on, I told you. You didn't tell me the name. Like a million times! No, you just said... An M. Okay, I think you got half a point. Thank you. Спасибо. Я постоянно путаю Североморск и Заволжье. Ну, давай. Ну? Северноморск. Нет. Yes! Это Заволжье. Да, он до Сансторм. Джастин Тимберлейк. Yes. What? Yes. I didn't even know that. You never told us. Моя любимая группа. It's a singer. Ну, группа или именно певец? У меня певца именно одного любимого нет. Ну хорошо, тогда я отвечу про группу. Crystal Castles? Да. Мое любимое блюдо. Пицца. Ну хорошо, два моих любимых блюда. Паста, пицца? Да, да. My favorite dish. Паста. Yes. Yes. Oh, it's easy. Из какого города родом моя мама? Одесса? Какой? Оренбург. Оренбург. Да, вот, я вот именно его имела. Одесса? Where is your mom from? Your city? I don't know. Was she from Pakistan? Yes. Okay. Yeah. Does it begin with an L? Yes. Oh, blah. That's the very first syllable. La. La La Land. Lahore. Lahore. Yes. Favorite color. You know this. I know two her of too. Them. Maroon. Yeah. Yes. Yes. Окей. Можно два, пожалуйста, балла? Мы это так давно обсуждали, что я думаю, что у тебя это могло все измениться. Ну, давай. Я могу несколько сказать, которые я помню. Нет, давай один. Семь. Да. Exactly, how tall is it? 78. Yes. No. 75. Yes. 176. 178? Подожди, в смысле? Нет, стоп, подожди. 100. 70. 80. 1. 2. 180? Сколько лет я занималась танцами? Ты занималась танцами? Я оставлю ссылочку на видео, в котором Юля отвечала на этот вопрос. Два года. Да. Сколько лет моей сестре? Юля, если ты это смотришь, не обижайся, пожалуйста. 31. Ты от моего года рождения вычти разницу нашу.
Это получается какой год? Ты сам просто не можешь вспомнить, поэтому меня заставляешь это делать. 86-й. Правильно. На данный момент августа нету. Значит, 30. Не 17-й год, а 16-й год. Значит, 30. Да. Но я ответила сначала 31. Ладно, давайте полбалла. Можно? 19 минус 6. Просто как раз два... Куахокский колледж. Учебники. My favorite subject. Math. Yeah. Math? Yes. Drugs. Ну, это на самом деле просто достаточно. А, ну да, геометрия. Ну да, и алгебра. Ну, то есть математика, короче. Ну да. Тоже. What did he want to become when he was younger? You. Yeah, I. Wanted to become an artist. Yes. Я не знаю, кем ты. Архитектор? Ну, кстати, это тоже было у меня, да. У меня было очень много, ты так... Какого фига мы проиграли вообще? Ой! Да, профил. Как? В рот. Он не кислый. Как это не кислый? Я сегодня еще ничего не ела. Здравствуй, язва. Ой, вкусненький, хорошенький. Какой ты плохо почистила, вот почему. Господи, мать, кошмар. У меня просто кислая половина была. Короче, я надеюсь, что вам это видео понравилось. Если так, то ставьте, пожалуйста, палец вверх и подписывайтесь на канал. Вот, пишите, как вам. О, нет, фу-фу-фу, я думала, так лучше будет. Ну, а мы по-прежнему вас любим, целуем и обнимаем. Костя!